Этот автомобиль сделал рекорд продаж во всем мире. Больше автомобилей никакой другой марки не продавалось. Ребят, Toyota Corolla Champion, 50 миллионов экземпляров продано по сей день в мире. И вот одна из них к нам приехала на продажу. Я хочу спросить у вас, а знаете ли вы, почему они так популярны и почему так продаются? Сейчас расскажу. Кстати, мы разыгрываем бесплатную химчистку в Телеграме, ссылка в профиле, залетайте. Toyota полноценный C-класс. Вот этот значок, да, вот сам тойотовский, он уже символизирует надежность агрегатов, узлов. И Toyota Corolla не стала исключением, потому что, на самом деле, я подготовился перед тем, как делать этот обзор, почитал отзывы. Ну реально, ну нету к ней нареканий, все надежно, все классно. Реже других автомобилей она приезжает на СТО, и, как правило, если что-то и делается, то делается это довольно дешево. Автомобиль стал на самом деле хитом в России, особенно в восточных, там, байкальских частях. Там просто каждый второй автомобиль Corolla видел это лично в Горно-Алтайске. Данный экспонат у нас в серебристом окрасе, в хорошем состоянии по кузову, в отличном состоянии по технике. Автомобиль очень конверсионный, то есть были случаи, когда покупался автомобиль из салона и через несколько лет продавался даже дороже, чем приобретался. Автомобиль ликвидный. Но самое главное, что ты получаешь за эти деньги полноценный C-класс, когда у тебя нормальное место, чистый, аккуратный. Нравится, как она ведет себя на дороге. Она спокойная, экономичная. В общем, такой автомобиль, когда, знаете, когда вот вам не надо ни понтов, ни скорости, ни драйва, когда вам важна надежность, чтобы вы знали, что каждое утро придете, вы бы мороз заведетесь и поедете. Вот это про нее. Посмотрим в салоне. Toyota никогда не славилась каким-то изыском внутри. То есть здесь, опять же, максимально все просто, но при этом максимально все привычно. Есть подогревы сидений, приятная музыка, русифицированный экран, удобный мягкий руль, подлокотник. В целом приятно ездить. Это автомобиль, который сел, поехал, и не надо ни о чем больше думать. Ты едешь, планируешь свои дела и знаешь, что на СТО в ближайший месяц, 2-3, а потом еще и дальше ты точно не поедешь. Еще один автомобиль у нас на продаже, как мне кажется, идеален для наших вот условий, для наших людей, когда просто нужно передвигаться с нормальным комфортом и чтобы голова больше ни о чем не болела. Автохаус Гранд — это для людей.